образцы деревянного зодчества. Вот тайцы строят, таким образом вырубают, соединяют. Находимся в таком отеле, я не помню, как его название, он такой весь в зелени, короче, просто вообще везде здесь, короче, зелень, как в ботаническом саду. И здесь каяки для отдыхающих именно в этом отеле. Но Тайка договорилась, и нам дадут каяк, нам дадут каяк. Всего лишь за 100 бат покататься. И вот мы просто ждем прилива. Сейчас должен быть прилив, чтобы от этого отеля стартовать через такую, через такой пролив, через мангровые заросли, и можно выйти в море туда, в океан выйти. Пока мы здесь полчаса ждем прилив, мы рано приехали. Ну, не рано приехали, мы, это просто прилив задержался на полчаса. Вот круто, вот сейчас будет круто. Сейчас вы увидите то, что никогда не видели. Если вы не отдыхали в этом отеле никогда, видите, там домики стоят на том берегу. Если вы здесь не отдыхали, то вы не могли никак на этот каяк попасть. Потому что в прошлом году мы спрашивали, и нам сказали, что каяки только для отдыхающих. Ни за какие ковришки они не дают каяк. А вот эта тайка им понравилась, и они сказали, ладно, с вас 100 бат. О-о-о-о. Изи, изи. Ну, давай приляжем, присядем. Время есть. Какой тебе нравится? What you like? Red? Yellow? Вот этот пролив, который соединяет вот это озеро, этого отеля с океаном, ну, с морем, короче, с заливом, с этим сиамским. И вот сейчас мы на этом каяке, вот смотрите, вот так, 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 вот туда, в этот залив, возле этой горы. Как погребем? Ну, это недалеко, это здесь короткое расстояние. Проверим навыки, Тайкины навыки проверим, как она на весле, как она держит весло. Have power, you have? You have power for kayak. Have power for kayak. Show me. Funa. No, funa. No, funa. Тонкая, как, как стрекоза. У нее имя Поса. Поса. В переводе с тайского языка стрекоза. Но она и похожа на стрекозу. Вот смотрите же, да? Вот особенно, когда она вот эти вот очки свои оденет. Вот. Точно, как стрекоза. И тонкая такая, как стрекоза. С камушка на камушек перелетает, можно сказать. Не перепрыгивает, а перелетает. Давайте ее покачаем. А? Вода постепенно прибывает, начинает прибывать как-то тонкой струйкой. Самое начало уже вечереет, уже жара спала. Здесь у них этот центр выдачи этих весел. Они просят снимать тапки. Посмотрите, какие эти старые. Сколько лет им вообще, сколько они тут уже стоят, эти колонны. Довольно древний отель. А, выдержит фаранга, я вот не уверен.
Тут, наверное, высокий сезон, очень много желающих, которые тут рассаживаются и ждут своей очереди покататься на каяке. Вода, вода прибывает. Смотрите, как уже намокло. Все намокло. Сейчас, сейчас, уже сейчас, скоро. Бай-бай, каяки. Я не могу столько ждать. Мне кажется, что я тут уже состарился, блин, вотер приходит. Ну я вижу, да, что она идет, да, я вижу, она наполняется, ну блин, так медленно. Я не знаю, ну что, ночью что ли нам ее грести, как это будет вообще? Я хочу, конечно, я очень хочу, ну блин. Ну что это? Она еще час может наполняться, или больше, или два часа, ну, наверное, не сегодня. Мисс Президент, очень деловой человек, постоянно какие-то переговоры ведет с разными абсолютно совершенно людьми. Абсолютно, полностью деловой человек, не то что я, вообще там пару каких-то сообщений в день отправил и все. Короче, ждем Мана, мы ждем Мана, где-то он работает, может быть он освободился, 10 минут ждем, просто мимо него сейчас едем, с этого возвращаемся с Дали по окружной, по этой дороге, по большой. Но это не ман. Он мелкие какие, да? Гоняет. Лет 10 ему, да, он уже, наверное, валивает.